Добрый день! Рад пригласить всех неравнодушных к природе и экологии москвичей и гостей столицы на 8-й фестиваль Московской экорезиденции волонтеров и городских активистов. В этом году он пройдет 6 декабря в онлайн-формате. Это позволит привлечь широкую общественность к процессу принятия решений экологической политики, привлечь внимание граждан к инновационным проектам в сфере зеленых технологий и волонтерства. Тема 8-й ежегодной экологической конференции – развитие науки и технологий в области охраны окружающей среды и природопользования. В этом году на фестивале обсудят роль образования и науки в процессе устойчивого развития, диджитал-технологии в экологии, волонтерскую деятельность, экотуризм, а также теоретический и практический вклад урбанистики в экологическую политику мегаполиса. Фестиваль, организуемый Мосприродой Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, это уникальная дискуссионная площадка для обсуждения самых актуальных вопросов экологического благосостояния городской среды, стратегических задач и целей развития. От лица Департамента природопользования и охраны окружающей среды приглашаю принять участие в 8-й Московской экорезиденции волонтеров и городских активистов. Фестиваль пройдет в онлайн-формате 6 декабря 2021 года. Открытие в 10:00. Присоединиться можно, зарегистрировавшись на официальном сайте «Московская экорезиденция».